Искусство, которому все возрасты покорны, 71-летняя жительница Лондона стала самой пожилой балериной Британии после того, как сдала выпускные экзамены в Королевской танцевальной школе. Когда Дорин Пеши была ребенком, родители не могли позволить себе оплачивать ее обучение танцам. В результате она стала инженером. Но 10 лет назад, когда вышла на пенсию, британка решила воплотить свою детскую мечту в жизнь. Занялась балетом, несмотря ни на что. После нескольких лет упорных тренировок Пеши сдала экзамен и стала старейшей в мире балериной-выпускницей. Но тренироваться продолжает ежедневно с преподавателем и самостоятельно.